31 мая на территории Мурманской области объявлен пожароопасный сезон. Обеспечить безопасность в лесах и не допустить трагедий – первоочередная задача. В прошлом году в нашем регионе зарегистрирован 81 случай лесных пожаров. Ущерб от гибели и повреждения насаждений составил почти 126 миллионов рублей. Еще 8,5 миллионов затраты на тушение огня. В 2014 году в Мурманской области выгорело 1300 гектаров леса, а за последние 10 лет общая площадь составила 13 тысяч гектаров. Чаще всего одна из основных причин пожаров – человеческий фактор, поэтому важно соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности. По прогнозам, в 2015 году в Мурманской области ожидается средний уровень пожароопасности. Жители Мурманской области еще раз напоминают – разводить костры в лесах, жечь сухую траву запрещено законом. Никакая служба лесной охраны, никакая служба чрезвычайных ситуаций не сможет справиться с нашей безответственностью и халатным отношением к лесу. Поэтому еще раз хотелось призвать бы всех нас бережно и аккуратно относиться к огню. За выжигание сухой травы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По административному законодательству, если ущерб небольшой, предусмотрен 3000 рублей штрафа. По уголовному, если это связано еще и с причинением вреда жизни и здоровью людей или крупному или имуществу, то до 8 лет лишения свободы.